Ты сможешь мне ответить один вопрос? Просто как жизнь здесь в Луганск сегодня? Хорошо, отлично. Люди на улице, город спокойно? Да, да, все в порядке. А как настроено? Замечательно. Отлично. Спасибо. Не за что. Можно задать вас вопрос? Просто как жизнь здесь в Луганск сегодня? Грэм Филлипс. Да, очень приятно. Вас узнали. Это очень приятно. Здравствуйте. А как жизнь? Я восхищался здесь. Это солнце, народ на улице. Да. Да у нас все хорошо. Мы, в принципе, довольны. Ждем улучшений. Ждем улучшений. Погода позволяет как-то хоть улыбнуться. Но вообще хочется, чтобы жизнь возобновилась в городе. Очень хочется город видеть живым, радостным, чтобы люди улыбаться начали больше, чтобы люди приехали и вернулись, чтобы работа тут была, чтобы все было в будущем хорошо. Но мы верим, что все это наступит. Да. Спасибо большое. Спасибо, Луганск. Ты такая красивая. Там мне просто вопрос, как жизнь в Луганск сегодня? Вот классно. Мы ждем, когда же наконец-то придет мир и когда мы будем Новороссией. Это самое главное. Вот. А так мы, конечно, за нас, за вас и за Донбасс. Вот так. Спасибо, Танечка. Можешь со